Доставка продовольственных товаров в условиях Крайнего Севера – задача не из легких. Полному и качественному укомплектованию магазинов продуктами мешает сложная транспортная логистика. На реках Хадьва и Колва речная навигация уже закончена. Впрочем, суда продолжат доставлять продукты по реке Печора. В округе на селе работает 47 торговых точек. В летний период доставка товара осуществляется по воде, а в зимний – по льду и зимним трассам. В этом году из-за большого уровня воды пришлось неоднократно использовать вертолет для доставки продуктов. На этой неделе ушло судно вверх по реке Печоре. Это, значит, Виска, Лабашская, Оксина, Хангурей. Ну и надеемся, что все-таки ледовая обстановка позволит нам еще сходить в Нельминос, в Андик и в Куинь. Зима не за горами, и для жителей Харуты встает проблема доставки товаров в зимний период времени. Для своевременного завоза необходим хороший зимник. Также с появлением зимника жители смогут свободно добираться до других населенных пунктов. Зимник на Харуту обязательно нужен, поэтому губернатор поставил задачу, чтобы нашли решение и необходимости этот зимник сразу был установлен, и возможность была ездить людям. Например, в Инту или в Усинск-Хорты. Раньше магазины располагались в центре населенного пункта, и была их шаговая доступность. Со временем строились новые дома, и территория деревень расширялась. Добраться до магазина, особенно для пожилого населения, стало проблематично. Было принято решение о внедрении модульных магазинов, которые решат эту проблему. Уже 3 таких магазина завезены в Ому, Снапу и Нельминос. Планируется разместить такие магазины во всех нуждающихся населенных пунктах. Сергей Журавлев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».